38 по 48 километр этот раз. Идешь по воде, иногда выходишь на сушу и опять в воду. Бережки себе такой, а тут кони, коровы. Нормально. 62 километра я уже прошел. Осталось еще что-то как-то, ну там, короче, не знаю, до 109 посчитаете. Был только что очень затяжной подъем. Все сказали, что будет штормовое предупреждение. Короче, фиг знает. Марина ждет через